у нас в этом году будет также большой объем туристов. Мы выйдем на цифру где-то до 700 тысяч туристов. До 700 тысяч. Такого не было никогда еще до этого. Ну, понятно, что это ограничительные меры. У нас объем даже уже гостиничного фонда не вмещает этот поток. И мы сейчас ведем переговоры, тоже поддержим. Эти средства заложены на подведение инфраструктуры для, значит, разворачивания и ряда гостиничных комплексов. Я думаю, в городе Смоленске. Я думаю, дай бог, что вы их увидите, когда они, работа начнет в следующем году. Серьезного уровня. Потому что те, кто приезжает к нам, уже, конечно, там нужно класс другой. Да, все правильно, Игорь Васильевич. Спасибо вам тоже за поддержку в этой части. Развернем несколько серьезных гостиниц. Серьезных гостиниц. И для того, чтобы поток туристов, и мы такие амбициозные планы, если там, говорю, что-то вот сильно там не изменится, амбициозно себе платим. За трехлетку нам надо прирасти до миллиона туристов. Если мы выйдем в порог миллиона туристов, это другая экономика города будет. Это другая капитализация пространств, другая прибыль всех, вот, кто приезжает. Мы хотим кратно нарастить туристический поток и сделать его привлекательным в Гагарин. Мы в этом году вложили уже за счет бюджетных и невнебюджетных денег и помощи города Москвы, где-то с учетом дорог, ну, где-то мы по 250 миллионов только сейчас вот мы вложим в Гагарин, только в этом году. И еще в следующем году у нас будет значительное вложение. Мы должны сделать его конкурентным городом и по сравнению с границей, где он находится. Мы должны привлекать к себе народ.